Лидер КНДР Ким Чен Ын сравнила речь Дональда Трампа в ООН равносильно объявлению войны Северной Кореи. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на северокорейские СМИ. Минувший вторник глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что в случае угрозы для себя и своих союзников Соединенным Штатам придется полностью уничтожить КНДР. Ким Чен Ын назвал речь американского лидера безумной, а его самого гангстером, играющим с огнем. Он отметил, что рассматривает сверхжесткие контрмеры в ответ на выступление американского президента. Также он подчеркнул, что такая риторика лишь подтверждает правильность курса на развитие ракетно-ядерной программы, выбранного Пхеньяном. На заявление Ким Чен Ына уже отреагировала Южная Корея. Мы считаем, что это первое заявление лидера Северной Кореи. Несмотря на жесткие санкции, Пхеньян продолжает следовать своей ядерной программе. КНДР должна немедленно прекратить свои безрассудные провокации, которые приведут страну к падению и изоляции. Кроме того, министр иностранных дел Северной Кореи заявил журналистам, что возможными ответными мерами на речь президента США Дональда Трампа может стать испытание водородной бомбы в Тихом океане. Напомню, в начале этого месяца КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Мощность испытанного заряда японские и южнокорейские военные оценили в 160 килотонн. Это в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Кроме того, в последнее время Пхеньян дважды провел испытание баллистической ракеты.